стал совсем другим. Пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным. Я видел твое видео, где ты вообще бомбанул. Ну, вообще не мог, просто я... Вот смотри, я снимаю видео, стараюсь. Я там его монтирую, трачу время. Потом отдаю, ну, на YouTube загружаю. Потом Муслим загружает еще, да? Ну, ему это надо, по идее, вот, ну, если корни взять, да? Ему этого не надо, только по доброте душевной. И они, блядь, удаляют. Нормально? И два видоса удалили, я вообще утром проснулся, смотрю, видос удалили. Все, у меня вся вот так вот в голове просто жесть, да, взорвалось все. Ну, я как бы видос снял, потом его посмотрели, удалили его. Потом мне администратор написал на почту, там, мы сами там узники этих всех вещей, там, туда-сюда. Как бы, да, да, приходится так. В принципе, да, им пришлось. Ну, давай рассказывай, как ты переехал в Казань? Ну, привет всем, ребят. Меня зовут Гордейко Владислав, я с Узбекистана, с города Намангана. Сразу скажу, как бы такой небольшой дисклеймер, я никого не буду заставлять переезжать сюда. Закрою, можно говорить. Да. Никого не заставляю переезжать сюда, потому что, ну, это по своему желанию. Я учусь в Казанском федеральном, в городе Набережные Челны. Поступил я как? Ну, вообще, как все было изначально, я готовился поступать в наш вуз, в ТАТУ. А, вообще, Ташкенте, да? Да, вообще, как, я год первый поступал, я не поступил, мне баллов не хватило. Потом я начал плотно готовиться, там, математика, русский, физика, и информатика тоже. Я и английский тоже вот дофига готовился. А потом, за два месяца до поступления, я решил сюда поступать. А, да? Да. И как это получилось? Короче, да? Вот, да. Я еще плотнее начал заниматься, потому что у меня учительница, очень хорошая учительница, Раиса Рабильнева зовут, если кто знает на Мангане, можете к ней, я потом номер могу ей скинуть. Вот, она начала плотнее меня готовить, за вот в день я там по 50 заданий делал, вообще капец вот так, короче, вот. Ну, того стоило? Конечно. Короче, как... И сколько это стоило? Не, это было очень недорого, по нашим меркам, там было 5000 в час сумма. Это вообще, я так радовался, если честно. 5000 сумма, это на рубли, 100 рублей, что ли? Примерно, да? Меньше. Ну, примерно. 80 рублей, да? В час. Это вообще копейки. Что самое, эта вещь, она как бы, эта учительница, она, это ее хобби. Ну да. Она требует с тебя знания. При том, что это хобби, и она вот, допустим, ты заплатил за час, и она может с тобой полтора, два, три заниматься. А, ей нравится. Да, ей саму это нравится, она видит, если человек то, что ему интересно, он понимает, она сразу, и у него как кураж такой большой. Ну вот, готовиться начал, потом начал узнавать про вот именно в Казань, почему. У меня здесь тетя живет уже достаточно давно, у меня здесь, ну, как бы родственники получаются. Я вначале планировал поступить в Казань, в КФУ, вот. Потом начал узнать информацию. Потом, оказывается, как было, онлайн-тесты были сюда. Там по всем дисциплинам можно было сдать. А я опоздал, получается. А эти представители приезжали в Ташкент, чтобы принимать собеседование. И они, походу, поняли то, что многие люди не успели, и открыли еще раз онлайн-тесты. За месяц, по-моему. Ну, я начал бегать, сдавать там математику, физику, информатику, все дисциплины, которые возможно были, сдал. Потом твои результаты все тебе известны, там сразу решаешь тест, именно тест, и тебе результаты сразу все известны, сколько у тебя балл, и там по процентам тоже. Потом как, они, эти представители с приемной комиссии, приехали в Ташкент принимать после собеседования, и, ну, если надо, будут экзамены. И ты туда приходишь, там контроль, паспорт, там серьезная организация, Россотрудничество. И, кстати, через Россотрудничество поступал, а не через Русский центр. Русский центр и Россотрудничество – две разные вещи. Вот. Это которое на Вахитово, что я, честно, не помню. Айвек, короче, станция метро там. Вот. Ты там контроль жесткий, там ты проходишь, паспорт показываешь, сейчас регистрируют, ты заходишь.
тебе выдают анкету, именно твою анкету, как ты решал тест, прикинь. Вот каждому, кто решал тест, они выдавали анкету. И ты, тебя спрашивают, куда ты, короче, идешь. Там большое здание и отделение, там физфак, и этот, ЭВМ, все в разных местах. Я пошел на физфак, там, ну, мне программная инженерия нужна была. Вот. Там вот, я захожу в комнату, там здесь физфак, там биология, а там челны, короче, в углах сидят. Один человек сидел. Я такой пришел с анкетой на физфак. Он такой, ну, чувак, на контракт только. А, да? $2600 контракт. Офигеть. Это дофига в год. Да, да, это много. Я говорю, а бюджет что? Он говорит, ну, у меня тесты-то не очень-то были вообще. Ну, там на 60% тесты были, ну, как бы не подходит. А кто вот на, реально на бюджет претендовал, он так вопросами их гнобил конкретно, да. Ну, если готовиться, то уже совсем плотно готовился, если хочешь. Ты же вроде плотно готовился, все равно. Плотно готовился, да, но все равно мне этого не хватило, понимаешь? Вот. А, ну, чтобы в Казань поступить, там реально просто капец сложен. Он вопросы такие может задать, он тебя может запутать, ты провалишься. Но все равно поступить-то можно, но на контракт. Ну, ты в итоге на контракт поступил. Нет, слушай дальше. Ага. А, меня он перед фактом поставил, говорит, контракт. Я такой, я потерялся, начал родителям звонить. Вот так, вот так. Родители тоже офигеть начали, как так вообще. Я вообще вначале планировал вообще на контракт поступить. Вообще о бюджете вообще не думал. Не мечтал. Да, вот. А потом, я, кстати, с друзьями туда поехал. А, они пошли в челны. А там контракт стоил в два раза меньше. Тут, ну, не два раза, 1400 долларов. Я такой, что за фигня, да, короче. Раз вернулся в челны. Вот, есть у вас такой факультет? Он говорит, есть. Uh-huh. Я говорю, что мне нужно для этого сделать? Документы просто сдать. Я сдал, там перевод. А, кстати, что, какие документы нужны? Там справка медицинская, копия паспорта, диплом, оригинал. И все это должно быть переведено на нотариально заверено на русский язык. Вот. Сдал туда. Говорю, а что нужно для этого? Он говорит, вот, все, короче, ты. Я тебя запишу, ты будешь как бы на контракте. Все, вообще ничего. Ты не, все, просто сдал документы. Он тесты даже, ну, как бы тесты и смотрят, ты нормально, он слышит то, что я разговариваю нормально на русском, все. Ты подходишь как бы. Я такой, ну, я радостно ушел. Как бы все, я на контракте. Потом я так подумал, блин, а если бюджетные места есть? Я даже не спросил о них. Я поехал туда, спросил, говорит, есть бюджетные места, только, ну, определенный факультет. Я такой, ну давайте, что? Он говорит, что для этого нужно? Он говорит, сейчас я буду собеседование с тобой проводить. Ну, начали там разговаривать о том, о всем. Вообще, если честно, ну, как бы, серьезных вопросов таких не было. Я спросил, что вообще, как там общага, как там обучение, как там жизнь. Он все мне ответил. А потом говорит, на то, что на бюджет, я тебе дам тесты, ты решишь их. А, дал мне математику, 8 тестов. 8 тестов из ЕГЭ. Там, по-моему, 7 вопросов из А, там же они как бы делятся, А, Б, вот, 7 вопросов из А и 1 вопрос из Б, там геометрическая прогрессия. Я, короче, все решил, он говорит, все, ты, да, все отлично, ты, оказывается, на бюджет претендуешь, и я все, он мне записал на бюджет, факультет мехатроника и робототехника. Нормальный факультет, в челнах, оказывается, имеется. И как там учат вообще чем-нибудь? Да. Нормально. Вообще. Короче, вот как в Казани такого факультета нету. Да? В Челнах как бы вот только начинается фаза развития вот этого факультета. Сейчас там три всего курса. Три года этому факультету. Ну как учат. А, жалко то, что у нас сейчас оборудования такого нету. Ну да. Потому что факультет новый. Мы заказали сами оборудование с Алиэкспресса. Мы сейчас ждем. Это недорого, там, по-моему, в районе 2000 рублей. Что за оборудование такое? Микросхема, ты подключаешь к компьютеру, программируешь, подключаешь макетную плату, туда вставляешь всякие сервоприводы, диоды, и все, ты можешь программировать, она может играть, ты можешь светофор, там вообще можно дофига всего придумать. Допустим, сервопривод, он будет просто двигать, вот можно сделать такую руку, она будет на определенный угол показывать тебе, если ты запрограммируешь ее. Это просто, ну, главное, чтобы детали были. Ну, все. Понятно, да. Вот. Ну, вот как тебе здесь общага? Ты в общаге живешь или я в общаге живу в Челнах, там, ну, по сравнению с ДВУ, ну, ДВУ, конечно, в 1000 раз круче, вот,
10 Казан. Это Казань. Деревня Универсиада. А, ну понятно. Да. Ну они, конечно, для этих, для спортсменов делалось. Но у нас тоже общага нормальная, там жить можно. Там примерно уходит, ну вот у меня 410 рублей в месяц. Ну это вообще же фигня, 410 рублей. Да. 400, ну там 200 за койко место, вот то, что ты там спишь, проживаешь, ага. И 200 с чем-то так, ты заплатишь за электро, то, что ты расходуешь, там... Wi-Fi нет вообще? Нет? Можно сделать. А, можно сделать. Да, но с личного, имею в виду, общажного нет Wi-Fi, ты сам покупаешь, ты прав, ну как бы у поставщика там тебе приходят, проводят, получают Wi-Fi и все. А как вообще по деньгам, сложно жить, нет? Родители отправляют? Да, родители, вот мне недавно мать отправила, также мне брат помогает. По деньгам как? Ну вот, я смотрел видео, где девушка у тебя рассказывала. Ага. Она, я вот, когда она сказала, 1000 рублей в месяц, такой, да. Но у меня, может, меньше расходовать, можно по 800 рублей в неделю жить спокойно. Ну, в месяц на 5000 можно прожить там спокойно. Да? Да. Это чем питаться ты примерно будешь? Ну, смотри, свининой, курицей. Угу. Там, ну, свинина у нас 120 рублей за килограмм. Курица тоже примерно так же. Ну, курица дешевле, наверное. Ну, не, свинина так, 150 примерно рублей, а курица 110. Ну, в общем, 5000 тебе хватает на месяц. 5000? Это нет. Без проезда, наверное, там. А за проезд я не трачу практически. Ну, хотя, у меня просто так получилось, то, что я... Целый маленький год. Да, ну, у меня учебное заведение прямо рядом с общагой. Ага. Основное, где я обучаюсь. Вот вышел, где 100 метров прошел и все, ништяк. Обучение тоже нормально. Вот сейчас с физикой немножко сложно, конечно. Просто программы же у нас разные, и поэтому сейчас вообще сложно. Вот, заметил, вот кто у иностранцев, им тоже сложно. А вот как приняли вообще тебя? Вот скажу честно, менталитет отрастанет совсем другой. Вот были друзья, которые вот живут в других городах, не в Татарстане, вот, именно в Российской Федерации, имею в виду. Ну, я в других этих регионах. Ага. Приезжих как бы гнобили, ну, их оскорбляли разными там, ну, ты понимаешь, да? Шуточками просто или вот, оскорблениями? Могут чурками, да, назвать просто. Вот ты на вид, вот ты русский, вот не знаю вот до какой степени, но тебя, вот ты скажешь, что ты откуда, вот ты, допустим, с другой страны, тебя будут называть приезжим, что приехал сюда, да, короче, вот много таких ситуаций было. Ну, это правильно, да, это понятно. Да, а я заметил, в Татарстане такого нету. В Татарстане нет. Вообще, нет. Вот, серьезно, вот, ну, приехал, ну, приезжий, здорово. Ну, да, так относится, согласен, потому что вот у меня самого Руслана и Артур, два друга, они приехали, они тоже никакого ущемления не чувствуют. Вообще, да, здесь... В принципе, здесь такого национализма нету, здесь все нормально, то есть в этом плане. Тебе есть еще что сказать? Может, напутственные слова, может, еще что-то? Ну, насчет, как множество вопросов у ребят возникнет при поступлении. Блин, я сам, у меня столько вопросов в голове было, я тоже думал, боялся, как вот я сейчас приеду туда, а меня просто пинком отсюда вышвырнут. Нет, вот все нормально, там документально все подтверждается, ты как бы поступаешь. Тебе высылают документ, то, что ты поступил, там печать есть, все. Ты видишь себя в списках там на сайте. Вообще как сейчас. Лучше вот ребятам готовиться, вот в этом году, в следующем году, точнее, будет тоже набор, мне кажется, я спрашивал, вот, кто интересуется этим, можете, в принципе, у меня, если дополнительные вопросы спросить. Я ссылочку оставлю на твою страничку ВКонтакте под видео. Но главное, чтобы ребята не думали, то, что это агитация сюда поступать. Это ну, чисто по своему желанию. Я никого не агитирую. Это кто, вот, допустим, у кого у вас родственники же здесь есть. У кого-то мечта есть. Да, вот. У меня была мечта уехать. Вот. Тоже нормально. Все мечта. Все нормально. Живой, здоровый человек. Сытый, одетый. Да. Не мерзнет. Значит, в этом плане не мерзнет вообще. Ну, как холодно было, кстати? Нет. Ну, а вообще... В общаге, вот, может, для кого-то это будет оскорблением, я хожу в трусах в общаге. Серьезно, да? Вообще, если вот в джинсах ходить, вообще жарко. Ну, это пока сейчас. Ну, сейчас минус 30 будет, подожди. Пока минус 7, сейчас... Может, я еще потом плакать буду. Ну, вот мне кажется, по поводу того, что сейчас во Франции происходит, то, что в Германии то, что происходит, вот... Сейчас здесь тоже начнутся вот эти националистические всякие
Ну, надеюсь, этого не будет. Вот друг у меня тоже в Елабуге учится, у них там в группе тоже началось такое международное целительство. Да? Ну вот, мне кажется, у нас тут тоже начнется в школах. Обязательно это будет, мне кажется. Ну, в силу своего юношеского максимализма там люди... Ну, это надо предотвращать, конечно. Ну, да. Ну, в общем, это отдельная тема. Конечно, мы с тобой наболтали 15 минут. Все, есть что тут сказать еще? А, хотел бы передать всем привет своим родным, всем своим друзьям. Муслиму тоже привет. Да, Муслим, привет. Микрофон передал. Да. Сейчас Муслим загружал видосы в течение где-то, наверное, 2 месяцев примерно. Я раньше занимался музыкой, и у меня остался микрофон Behringer B1. Я вот передаю его другу Муслима, и он его отправит к нему абсолютно безвозмездно за то, что заливал видосы. В общем, от меня новые видео, не знаю, когда будут даже, сейчас нет времени снимать. Ну, я точнее снимаю, сохраняю, монтировать особо нет. Наверное, этот видос выйдет, потому что монтировать особо не надо будет. Вначале поставил заставочку, в конце там титры, вот, и все в целом. А мои видосы, ну, будут выходить по мере моей занятости, наверное. Вот и все. Вот, ссылку на этого парня вам оставлю. Да. Может, он свои видосы будет снимать про жизнь в Челнах. Не хочешь? Подумал об этом. Вот, даже можешь на свой телефон снимать. Вот так. Фронталка ТВ будет. Вот и все. Может быть, есть еще что-то сказать тебе? Ну все, только привет хотел. Родным своим. Ну, в общем-то, все. От меня тоже всем пламенный салам. Всем пока. Пока, ребят. Стал совсем другим, пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным.